Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Вязание пледика «Лабиринт», седьмой блок. В этом блоке большая часть полотна будет провязана зеленым цветом. Итак, количество блоков 13, ничего не меняется. Один раз белым, раз, два, три, четыре, пять, пять раз, либо 80 рядов красным. Один раз белым, зеленый, один раз синим, три раза, либо, так, пять раз, либо 48 рядов зеленым и один раз белым. Смотрим. Две абсолютно одинаковые детали. Один раз белым, пять раз красным, длинная деталь. Один раз белым, один раз зеленым, один раз синим, три раза зеленым, один раз белым. Две детали абсолютно одинаковые. Присваиваем им номер 7. Откалываем деталям, чтобы не потерять и потом не думать, какой номер имеет этот блок, когда мы будем их соединять. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.